Автографы от любимого певца и фото на память. Дениса Майданова жители Кубинки встретили тепло и радушно. Но сегодня он приехал с другой миссией. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, кандидат на выборы в Госдуму, знакомится с проблемами округа изнутри. Я приехал именно сюда для того, чтобы услышать эмоции, услышать вести с земли, мнения людей, их переживания, их вопросы самые бытовые, касающиеся неработающих сушилок или еще много-много чего сегодня прозвучало на встрече. И это все звенья одной цепи. Как только отреконструируются сети, разумеется, пойдет хорошая вода, и, разумеется, можно будет уже реконструировать внутри подъездов. Состояние жилого фонда, коммуникаций, дорог в бывших и действующих военных городках требует внимания, говорит кандидат. Давно не проводили капитальный ремонт. Это касается и объектов культурной сферы, жалуются местные жители. Вот этот дом офицера. Да, он в плохом состоянии, нуждается дальше. Но вы посмотрите, найдет возможность. На Кубинке 1 и Кубинке 2. Там уже без... Слева это строительство, нельзя зайти на этот дом офицеров. А там вообще почти ничего нет, кроме вот этого для жителей. Детей таких же, как и везде, и в Одинцово, и в Москве, и так далее. На некоторые вопросы жителям ответили узкие специалисты незамедлительно, по громкой связи. В частности, разъяснили ситуацию, связанную со строительством эстакады в районе деревни Акулова. К нам не обращались ни за согласованиями, ни за какими работами на земляные работы. В настоящий момент... там ничего не производится. Разобраться в этих и других проблемах жителей, по словам Дениса Васильевича, первостепенно. Теперь от него ждут реальных действий, чтобы изменить жизнь к лучшему. Такая возможность есть, резюмирует кандидат. Я иду в Госдуму для того, чтобы попытаться и постараться собственными руками изменить то, что происходит вокруг меня. Я имею силы, возможности, возраст, образование, слава богу, воспитание, спасибо родителям, для того, чтобы постараться это все сделать. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».